представляем вашему вниманию корпус от компании Logic Power модели 0106. На боковой части корпуса расположились вентиляционные решетки для охлаждения процессора и PCI-слотов. На передней части традиционно расположились кнопка «Включить-выключить», кнопка перезагрузки системы, два дополнительных USB-порта, а также два разъема мини-джек 3,5 мм для подключения наушников и микрофона. Также на передней части расположились два разъема для приводов 5,25 дюйма, а также один для привода 3,5 дюйма. Данный корпус поставляется с блоком питания, мощность которого составляет 400 Вт. Также в комплекте присутствует кабель для подключения блока питания в розетку. Форм-фактор поддерживаемых материнских плат ATX, Micro ATX и Flex. Из внутренних отсеков данный корпус имеет два отсека для приводов 5,25 дюйма, а также 8 отсеков размером 3,5 дюйма. Материал корпуса выполнен из стали. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.